Мои хорошие, нанесла ее на лицо пилинг. Я ее покупала как маску, но это, конечно же, не маска. Местные продавцы, молодцы, молодцы. Я только сегодня долго посмотрела. Это пилинг. Я умылась, нанесла средство, проскрабировала, помассировала точнее. И сейчас оставлю минут на 15-20, потом смою. Средство жирное, руки, когда мыло, не с первого раза смывается. Запах приятный. Да, мне нравится. Запах сладковатый такой даже. У меня работает стиральная машина. Детки лежат, отдыхают, пока не капризничают. Я решила заняться собой. Привет-привет, мои хорошие. Хотела показать разницу между подгузниками Pampers Premium Care, которые я покупала в Дагестане и которые я приобрела здесь, в Турции. Разница, честно сказать, есть внешне никакой разницы. Смотрите. Это, которые я приобретала в Дагестане. Они такие называются Pampers Premium Care. Это троечка. А здесь же эти памперсы называются Prima. Двоечка. Вообще я заметила такую особенность в Турции. Многие продукты, к которым мы привыкли, называются почему-то по-другому. Например, вот памперсы, они называются Prima. Еще что я видела? Шампунь, по-моему, для объема Шанту. Шанту или какой? Да, головой такой Шанту вроде. Он здесь называется по-другому. Вот детская смесь Нутрилон называется Аптамил. Я не знаю, почему им в Турции так. Поэтому вы можете, я, например, путаюсь, потому что я привыкла к нашим названиям, а здесь совсем другие названия. Мне кажется, что это совсем другой продукт. Ну, вы знаете, это на самом деле и продукт другой. Вот сейчас я вам покажу разницу. Троечка вот, которую я приобрела в Дагестане, и двоечка, которую приобрела здесь. Ну, правда. Внешний вот сразу видно отличие, да? Вот. У меня самое главное отличие то, что они вообще ничего не впитывают. Не скажу, что ничего не впитывают, они не протекают, по крайней мере, до сих пор у дочери моей не протекли. Ну, попа всегда мокрая, и влага отсюда выходит вся, такое ощущение, вот нажимаешь, и рука всегда мокрая. У вот этих такого нет здесь. Защитный слой совсем другой, здесь совсем другой. Вот смотрите, видите, вот такая вот разница. Вот это все время мокрое, такие огромные дыры здесь. Ну, конечно, как она не будет мокрая? Сейчас у меня вот проблемы, какие подгузники подобрать детям. Дочь была до сих пор на Huggies Эльцофт, и прекрасно все было. И я думала, переведу ее на вот эти вот памперсы, которые носит сын. Но нет. Мне они вообще не понравились. Вечно мокрая попка. Ребенку некомфортно. Буду искать какие-нибудь другие. Если кто знает, какие хорошие именно подгузники здесь в Турции, напишите, пожалуйста. Я была бы очень благодарна. Именно, знаете, такие, которые похожи на... вот эти вот памперсы Premium Care или на Huggies Эллитсофт, которые похожи по качеству, потому что в них, вот в этих подгузниках, попа бывала всегда сухая. И они не воняли. Ну все, закроюсь, пойду дальше заниматься делами. Привет, привет, мои хорошие. Сегодня мы целый день дома, никуда не вышли. Эта погода была неплохая, в принципе, и солнышко было. Да, мамина принцесса, ты хочешь что-нибудь сказать? Нет? Не хочешь, барыня? Это моя барыня. Да, ты барыня? Селнышка маменя, вы любую красавицу. Какая красивая девочка. Это ты, что ли, принцесса? Это ты, да? Они у меня оба любят на свое отражение смотреть. Что сыну любит в зеркало смотреть, что доча. Это ты, да? Да, это ты.
Такая девочка, такая принцесса мамина. Мамина принцесска. Да. Вот если бы ты еще улыбнулась бы. А там сынуля возмущается, лежит, что как это ему внимания нет. Зулечка готовит сегодня лакский хинкал с сушеным мясом. Я бы хотела бы что-нибудь заснять, но дети вряд ли дадут, потому что требуют внимания. Ну, попробую, если они не будут совсем капризничать, засниму. Я, мамина, ты не будешь капризничать? М? Не будешь? Не будешь, солнышко? Рубрика «Что на ужин?». Сегодня Зулечка будет готовить лакский хинкал. Вот она чеснок толочит. Но он, правда, сопротивляется, зараза, вот выпрыгивает. Потому что толчушка не такая. Нормальная ступка, не надо наговаривать. Совершенно не такая, как у нас в Дагестане, но ничего, мы справляемся. Ну, турки ж хинкалы не готовят. Да, особенно лакский. Сейчас тесто... Что это все трясется? Сейчас тесто она приготовит, мясо уже сейчас. Тесто я приготовила. Уже? А где оно? Вот это Золушка, клянусь. Вот, колбаска сушеная, вареная. Когда я была беременной, кто меня смотрел сначала, наверное, помнит, как я умирала за нашей сушеной колбасой и мясом. Вот она тут. А я хожу вокруг и ем сладости. Ты говорила, она не справится. Вот она. Уже? Да. Не, ну там еще долго до мелкого. И с кусками. Смотри, пока твоя сестренка королевишна спит, смотри, вон. Наша принцесса уснула. Ой. А синуля спать не хочет. Ну, еще рано. Сейчас 7 или 8 часов. Пол восьмого. Мы пришли Зуле компанию составить. А-а-а. Чтобы ей скучно не было. Это мне так скучно. Ну, чтоб ты вообще не заскучала. Танцевали. Ну, со мной лезгинку танцевала. Расскажи всем. Да. Ты что, Зуля лезгинку-то хорошо танцевала, да? Ну, хорошо тоже, не знаю. Ну, танцевала. Кто танцевала? Ты? Я не говорю, что я хорошо. Он, конечно, хорошо. Я не сказала, что я хорошо. Он вообще ничего плохо не может делать. Ты что? Все? Чеснок готов? Ты просто в духовку убрала тесто? Чтобы не мешало, она должна. Она уже и тесто, оказывается, приготовила. Спрятала. Вы знаете, она мне сказала, что она ест сырое тесто. Вот сейчас тоже стоит, грызет. Чувствую, нам хинкал не достанется. Да, вам хинкал не достанется. Тоже в тазике делаешь, да? Я не могу по-другому. Я раньше делала вот на ровной поверхности, а потом в тазике. В тазике намного проще. Мне просто в тазике удобнее. Я всегда мама говорила, почему она, а не вот так вот. Давай поговорим. Вот вам отрыжку пустил сынуля. Гости пришли, родственники. Köpekler, tabanca, tüfek, at, avrat, hepsi oğlum, merak etme sen. Kahveye de gideceğiz. Hepsini yapacağız. Atoş, ama şey Murat, tabanca, tüfek vermeyin. Ya sen de oradan anne illa sonu şeyin yap. Tabanca, tüfek. Vereceğim. Ne aslan, hepsini yapacağız biz de mi? Hepsini yapacağız. Ya hiç merak etme sen, birazcık büyü yeter ki. Tamam, azıcık büyü. Yazın yüzmeye gideceğiz, balık tutacağız, tekneye bineceğiz, hepsini yapacağız. Ay, sıkıntı. Heyecanlı. Evet. Cevap verin. Mama tozu prişla. Aslan, şu bezden bir kurtulsan gerisi kurtulur. Tamam mı? Natoş bir tane verin, öyle çişini. Bezden kurtul. Bez kurtuldu mu, iş bitti ondan sonra. Gerisi kolay. Tamam mı? Ooo. Он поел недавно, отрыжку пустил. Пошел.
Anlaştık değil mi? Tamam peki. Ha ya. Ne cevap veriyor kız? Oğlum sen hoşuna gitti. Anlat istedim galiba. Okey oynayacağız. Mavide dışarı yapacağız. Oo. Tamam mı? Sigarasını derken üçlük yapacağız. Bak babam bile gülüyor oradan. Вот чем занимаются моя свекровь и Зулечка. Готовят! Вот, молодцы! Африн, сизи, африн! Вот, лакский хинкал готовят они. Да, учатся. Свекровь пришла, помогает, учится заодно. Ничего, никогда не поздно учиться. Да, да, да. Зулечка в прямом эфире. Эндем чекил, фатош. Эвет, Анне. Я сапну. Она хватила фото. Чтобы ее сфоткали. А, фото мы чекаем. Да? Нет.